Более 63 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. По сравнению с предыдущей неделей, количество туристов из соседних государств увеличилось на 3 тысячи. Напомним, до 31 декабря действует упрощенный въезд в нашу страну для граждан Литвы и Латвии. МЧС предупреждает о неблагоприятных явлениях. В течение дня возможны грозы и сильные дожди. Местами шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. В такую погоду рекомендовано не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и бытовой техники. В Беларуси за неделю утонуло 20 человек. Большинство трагедий, как показывает статистика, происходит в начале купального сезона. Спасатели напоминают, плавать можно только на оборудованных пляжах при температуре воды не ниже плюс 18 градусов. Особое внимание детской безопасности. В страну прибыл поезд Победы. Передвижной музей будет курсировать по БелЖД до 4 июля. В этом году его маршрут существенно расширен. Состав сделает остановки в 17 городах, в их числе и Бобруйск. В основе экспозиции трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. В Могилевской области задержан педофил. Подозреваемый вошел в дом к односельчанам в то время, как они были на работе. Внутри находилось двое детей 6 и 8 лет. Показав плитку шоколада, он пригласил их в гости. Младшая сестер согласилась. У себя в жилище сосед совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело.